календаре памятных дат праздник День Единства появился совсем недавно, в 2005 году. Граждане страны, независимо от происхождения, социального положения и вероисповедания, в далеком 1612 году проявили единую волю и единую силу духа ради великой цели – спасения государства российского, сбережения родной земли от польских интервентов. Задача сохранения национального единства и согласия актуальна и в наши дни. Поздравляю вас с государственным праздником России – Днем Единства. Современные россияне, а это мы с вами, должны знать и помнить историю своей Родины, великих людей, которые создали, укрепили и освобождали Отечество от иноземных захватчиков. Чем крепче наши патриотические чувства, сильнее любовь к Родине, тем непобедимее, несокрушимее великая Россия. Матерь Божия, посады, и горели ровным пламенем негасимые лампады, и цветы розой белою на заснеженной пустыне. Матушка.